Жених переименовал невесту в простую блядь и объявил ее несуществующей. Невеста пошла на панель и упала, отбив себе обе ягодицы. На этом история не кончается, ягодицы стали жить самостоятельной жизнью и наделали много вреда себе и окружающим. Жених стал запойным пьяницей, нанес себе и окружающим колотые и резанные ранения, от которых скоропонтижно скончался, избежав справедливого возмездия. Невеста сошла с ума, вообразив себя Мадонной и марихуаной одновременно. Люди, которые рассказали мне эту историю, частично умерли, частично сошли с ума, но именно поэтому готов поручиться за полную достоверность всего вышеизложенного материала.